С утра в городе появились свежие наклеенные афиши с рекламой цирка. В афише: «Только сегодня, один раз, 19:00, выступая в вашем городе цирк с уникальной программой. Гвоздь программы – медведь-телепат». Идет выступление. Акробаты, клоуны, гимнасты, дрессированные звери и так далее. Завершение программы конферансье объявляет: «А сейчас выступает тот, кого весь вечер ждали. Медведь-телепат!» Гаснет свет. Жужжит барабанная дробь. Включается прожектор, который светит на шторы кулис. Сдвигаются шторы. На задних лапах выходит медведь. Подходит к микрофону в центре арены и говорит, медленно переминаясь с одной лапы на другую: «Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю телепать». Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не иссякал энтузиазм записывать новые смешные видосики. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик. Почему еще не жмакнули?